Есть ли у вас какое-то сожаление по тому поводу, что вы не в «Спартаке»? Вы работаете не в «Спартаке», никакого вы не востребованы в «Спартаке»? Нет, в «Спартаке» нужно быть достойным, чтобы там работать. Ну, вы достойны. Ну, это, понимаете, у нас любого, кто сейчас на поле был, это правда, все да. были достойны. Ну, к «Спартаку» нужно быть готовым, и это большая очень как бы ответственность. Вы готовы к «Спартаку»? Нет.